Всем доброго времени суток, дорогие мои. Меня зовут Анна, я рада приветствовать вас на своем канале «Дружно спит». Большое спасибо, что вы заходите на мой канал. Я это вижу по просмотрам, по комментариям, по лайкам. И мне это очень-очень приятно. Итак, сегодня у нас такой небольшой урок у меня. И я вот связала вот такой бомбер, как правильно он называется, «Ribbit Reglan». Моделька такая очень интересная, с удлиненной линией реглана, вяжется снизу вверх. Такая интересная горловинка, видите, стоечка вязаная, она скрещенной резиночкой и заканчивается вот такой вот рулькой. И вязала я из пряжи зебнобаруфа кашвол. Метраж 1600 метров, вязала в 6 ниточек и добавила еще ниточку мериноса, махера, поэтому он очень такой мягенький, ну прям вообще идеальный. И вот сегодня мне осталось вот пришить только пуговички, и сегодня я работаю с карманами и решила показать, как я пришиваю кармашки по изнаночной стороне. Вот у меня осталась одна половинка, вот, и сейчас я покажу, как я это делаю. Я знаю, что многие не любят пришивать, сшивать. Я вот уже не люблю, поэтому я в основном и вяжу модельки, которые вяжутся регланом либо сверху, либо снизу, потому как я тоже, ну, очень не люблю сшивать изделия, особенно если это вот плечи, пройма, это для меня, ну, очень тяжело, поэтому, ну, может быть, когда-нибудь я и буду это делать с удовольствием. Итак, что нам для этого понадобится? Понадобится иголочка. У меня вот такая контрастная ниточка, сейчас я покажу, для чего она нужна. Чтобы облегчить работу, возьмем контрастную ниточку. Ниточку основного цвета. Ну и, конечно же, нам необходимы будут ножницы. Итак, приступаем. Итак, начинаем. Вот у меня осталась правая часть непришитая, правая часть кармана. Пришивать мы с вами будем за... Смотрите, не за кромочные, вот они у нас, раз, два, три, четыре, хорошо видно. А пришивать мы будем за перемычки между кромочными. Вот смотрите, их хорошо видно, эти перемычки. Вот одна кромочная, вторая кромочная, а между ними вот перемычка. Вот эту перемычку мы и будем подхватывать иголочкой. Так. Дальше. Для того, чтобы мне облегчить работу, я беру дополнительную нить, вернее, нить контрастного цвета. И сейчас подниму петельки на изнаночной стороне, на изнаночной глади, те петельки, к которым я буду пришивать. У меня, по-моему, здесь 16 перемычек. По-моему, 16. Итак, я поднимаю петельки. Начинаю не с самого нижнего ряда, а вот оттуда, откуда у меня узор, откуда у меня начиналось. Вот она у меня перемычка идет. Первая. Итак, вот беру первую, продеваю ниточку. Смотрите, вторую петельку мы пропускаем. Поднимаем третью. То есть мы поднимаем через петлю. Через петлю. Вот у нас следующая, мы ее пропускаем. Так, берем четвертая, следующую пропускаем, пятая, следующую пропускаем, шестая, пропускаем, седьмая, пропускаем, восьмая, и вот таким вот образом пропускаем. Поднимаем, пропускаем, поднимаем. И вот так поднимаем петельки.
В принципе, я ориентировалась сразу, но для удобства лучше, конечно же, поднять вот так на дополнительную нить, и проблем совсем не будет. Если честно, я начинала тоже вот с этого. Так, самая верхняя. Все, сколько у меня получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так, все, 17 петелек. Хвостик обрежем, чтобы нам не мешал. Берем основную нить, вдеваем в иголочку и будем пришивать. Работа очень легкая, хотя я раньше тоже карманы, это ж надо их пришивать, куда их, за какие петли. Ну вот, пока не попробуешь, ничего не получится, да? Итак, смотрите, девочки, что мы делаем. Вводим вот в самую первую, закрепляем ниточку, вставляем хвостик, чтобы нам потом ее можно было спрятать. И вот здесь же по этой линии можно вот в эту петельку для закрепления. Все. И поехали. Поднимаем, смотрим, вот она у нас первая перемычка. Вводим иголочку в эту перемычку, подтягиваем ниточку и вводим иголочку в нашу первую петельку. Подтянули. Следующая вот перемычка у нас между двумя кромочными. Подтянули, вернее, продели. Чуть-чуть подтянули, разумно, так не сильно, и в петельку на изнаночной глади. Следующая перемычка. Следующая петелька на изнаночной глади. И вот таким вот образом следующая перемычка между двух петелечек кромочных. И следующая. И вот так вот таким образом пришиваем наш кармашек, наше полотно. Так. И так далее. Доходим до верха. Закрепляем ниточку здесь, прячем кончики, эту ниточку контрастную спокойненько вытягиваем, и у вас будет идеальный кармашек. Вот смотрите, покажу, что у меня уже получилось. Очень, смотрите, аккуратно, на лицевой стороне совершенно ничего не видно. Видите, совершенно. Вот даже здесь мы с вами делаем, вот. Вот я уже прошила. Здесь все идеально. И по внутренней части кармана, во внутренней части, сейчас я вам покажу, что получается. Получается, вот посмотрите, вот такая вот дорожка из петелечек. Все аккуратненько. Никаких ниток не торчит. Вот он у нас кармашек. Вот видите, что получается во внутренней части кармана. Так что рекомендую всем такой способ. Не бойтесь, как я вот решилась. Хотя я никогда не вязала. Кстати, это мое первое изделие с карманами. Вот. Сейчас я вяжу кардиган и уже пробую накладной карман вязать. Так что в следующих выпусках посмотрите, что у меня получилось, какой кардиган. Вот. Ну, все, довязываем до конца.
И у вас все будет очень красиво и идеально. Ну все, на этом урок я заканчиваю. Пока-пока. Заходите на мой инстаграм. Можете посмотреть эти работы. В данном случае даже вот этот бомбер, как он выглядит в натуральную величину. Здесь-то у меня в камеру, к сожалению, не вошел. Ну все, до новых встреч. Пока-пока.